Так что... ну, в целом тоже непросто будет инвокеру стать, особенно если будет какой-то помощник у бестмастера. Ну, инвокер тоже может быть с помощником, например, с дазлом. Тут все сложно. Плюс инвокер может с фарджами быть, соответственно, дополнительная нагрузка на деваура будет исходить именно из этих самонов. От этих самонов. Так. Ну, долго, видите, на этот раз волки думают. Хотят, конечно, 2-0 начать турнир. Забрать еще одну карту. Противник достойный. Ну, смотрите, они... Вот еще один, да, сейвер, да, еще один персонаж, который может как-то хорошо от чего-то закрыть, спасти. То есть это, ну, по моему мнению, какая-то подготовка к чему-то. То есть вот Абадон, хил, щиток, да, есть, вот Оракла убрали. Что? Кто? Кто это будет? Кто здесь появится, вот от кого пытаются спасти? Какая-то Лина там с лагунами, или кто будет кэрри? Штор, может быть, вспомнится, или... Не, ну, от шторма тут щитки, это все, ну, это не то, это должен какой-то быть жесткий ньюкер, прям с дизейблами. Или жесткие ньюкеры. Чена от пуша защищаются, ну, бестмастер, понятно. Инвокера забрали себе, здесь лондруида сами хаосы убрали, то есть вариантов для того, чтобы... продавливать товара остается все меньше и меньше, но они есть. То есть при необходимости их можно будет использовать. Еще Enchantress там, как бы, Визаж, Ликан. Ну, хватает. Та же Дроу, как бы, с аурой. Смотрим. Так, ну и что? Может быть, какой-то Хускар? Дазл Хускар? Тут-то хилы, в принципе, и, ну... Но если Хускар, то тогда здесь должен баниться Operation. Operation не банили, это Мирана. Ну окей, уже есть первый, ну, как бы, понимание, почему Абадон и Оракл в бане, да? Мирана со стрелами, то есть стрелу можно снять, насколько бы она там далеко не влетела, насколько бы секунд не оглушила, вы сразу щиточек бросаете, и все, как бы. Ладно. Но одна Мирана, это, этого мало. Должен еще кто-то быть. Еще кто-то один. С таким вот таргетом, каким-то скиллом. В этом, кто же это? Может быть, какой-то оффлейнер жесткий. Ну, опять же, думали мы с вами насчет Бэтрайдера. Не факт, но может быть. Ну и перед Digital Chaos тоже непростая задача стоит, что делать, каким образом дальше продолжать выбирать героев. Ну, нужны саппорты, однозначно, нужен какой-то тот же Shadow Shaman, например. Против Мираны нужен какой-то вот сейф. Не просто, наверное, волки ее взяли, то есть они намерены попадать стрелами. Ну, когда выберете Мирану и Пуджа, вы действительно всегда намерены попадать и хуками, и стрелами, но тут, скорее всего, тренированная Мирана такая 10 левела из 10. Ну, Омни Найт, пожалуйста, как вариант. Стрела попала, ты подхилял, дал репел. Или просто РПЛ, ну, если нет возможности подхилять. Ну, или надо что-то одно давать. Есть Раптор. Ну, кстати, да, вернуть назад можно. Можно Кетик Филд и Садик Шторм поставить на персонажа, в которого стрела, допустим, влетела. Но, опять же, в начале этого всего сделать нельзя будет. Но в начале хотя бы Глимпс можно будет дать. Ладно. Ждем еще какого-то ньюкера. Ну, мне кажется, можно Хускара брать ластпиком. Сейчас какой-то оффлейнер, а потом баним аппарата и берем Хускара. И вот...
Ну, Хускар стал слабее, да, у него теперь не так много магической защиты, но тут не так уж и много и магии. Не, хотя ультимейт магический, у Деваура, у Дизраптора. Ну, это все прекрасно, но хороший Хускар развалит и одного, и второго. Дизраптор там ничего не даст, просто прыгаешь в Дизраптора, там попадаешь, в текстуру не попадаешь, ну вот. Ага, это Кэрри Вайпер. Или это Флейн Инвокер, или что это? Или это Кэрри Инвокер. Ладно, Хускара нет, Хускара о Хускаре забыли. А вот Вайпер против Деваура, если будет стоять. Ну, Деваура тут сложно будет, на самом деле. Инвокеру будет сложно, и Вайперу, всем троим будет сложно друг против друга стоять. Возможно, нужна помощь со стороны. Резервное время, нужен саппорт. Саппорт, саппорт, саппорт. Только какого плана саппорт? То есть гангающий, ньюкающий, хиляющий саппорт. Что? Саппорт там зонирующий какой-то, типа шейкера. Это Enchantress. Как интересно. Ну, для перестраховки я бы Ликана забанил, вот. А вдруг? А вдруг? Так, ну, жесткий еще кто такой пуширователь? Ну, как вы понимаете, может и Нага появиться, в конце концов. Ну, гирокоптер выбирают. Ладно, то есть у 14.37 руки развязаны, могут делать, что хотят. Может быть, это какая-то типа Кэринча, вот, скрытая. Которая не будет там слишком сильно усердствовать в покупке вардов там и прочих там каких-то вещах, а постарается выйти в какие-то быстрые аганимы и прочие полезные артефакты для нее. Свен. Угу. Ну ладно. Свен, Свен, Свен. Что ж, немного времени осталось, и волки там должны сейчас определиться. Должны определяться. Так, нам сообщают, что следующие лобби будут с другими паролями, потому что кто-то спалил все пароли. Potem of the Moon. Potem of the Moon. Bristleback. Ну, смотрите, пик получился весьма плотный. Bristleback, Viper... Плюс Дазл с палкой-хилялкой. А, вот. Ну, Инвокер тоже не самый тонкий персонаж. Джаггернаут. Ну, смотрите, все-таки ну пушить можно, да? Есть много хила. Энча, Джага. Тут, может быть, кто-то Меку купит. Единственная проблема у Джаггернаута, вот ему реально нужен супер... Супер какой-то адский дэмэдж. Вот, ну, потому что тут очень плотный Bristleback, Viper. Как их убивать? Джаггернаут. Ну, можно убивать, да, но надо много-много-много дэмэджа иметь. Там где-то, чтобы было 150 родного, еще и плюс примерно 200 дополнительного, да, и скорость атаки там под 3 в секунду. Вот тогда можно будет их там побить. Вот тут же еще игровые, и всякие неприятные ньюки, и так далее, и так далее. И все замедляют, и, в общем, ну, страшно. Один персонаж Авк. Но он скоро зайдет. Ну что ж, тогда подождем авкающих, чтобы они не авкали.
Так, друзья, ну мы уже загрузились на карту, соответственно, вы можете сложить представление о том, кто же, какая же команда взяла первую карту. И это была команда волков элитных, зубастеньких. Кто-то отсутствует. Кто-то отсутствует, но он скоро вернется. И Патма пришла. Масоку. О, такая в зимней шубке. В зимней шубке, но ножки голые. Ну, ладно. Может быть, ноги у нее не мерзнут. Ну, может быть, какие-то последние раздают указания, там, капитаны команд, поэтому не отжимают паузу. Ну и все, пора играть. Гоу. Кто придумал этот сет на Бристлбека, вообще не понимаю. Такой отвратительный. Просто какие-то шипы механические, там, ну, бля. Как-то их мало, какая-то спина, в общем, все ужасно выглядит. Так, быстрые варды есть от волков, а они там наверху все поставили вардик на верхней руне. Сами же перемещаются вниз, впереди всех бежит кабанчик. О, DC. DC, ну, имеется в виду кабанчик DC бежит, и они там тоже подходят к нижней руне. Вот на, там, за 40 секунд до начала игры Дизраптор решил, что все-таки нужны варды, и успешно их купил. Так, ну можно попробовать, типа, забайтить на руну, как бы там есть стрела все-таки, она 5 секунд может быть и на первом даже уровне. Так, волк просто погиб. Рядышком два варда стоят с одной и с другой стороны этого небольшого подлеска. Ну... Переместились DC на соседнюю руну, не хотят драться вообще. Ну и спокойненько руны забирают те герои, которые будут стоять на центральной линии. Окей. Так, ну что, получается, пока Девауэр против Даблы, против Ванен, против Пейсел Бела. Чей или Пейчел Бела, Пейчел Бела. Такой сложный никнейм у Девауэра. Так, и стрела уже вылетела, вылетела. Ох, прилетела, прилетела, вылетела, вылетела. Первый, первый, я второй. Иду на сближение. И Ванен сейчас совершит, наверное, ФБ. Хотя нет, очень много дэмэджа все-таки вносит он в Деваура. И Деваур, да, погибает. Ну что ж, не зря брали Луну. Ой, Луну, Мирану. Мирану, вообще, Луну, не знаю, почему вспомнил. Луну как раз брали зря. Она не смогла затащить на прошлой карте. Инвокер пошел в сложную против Джаггернаута, а Бристлбеку отдали легкую против Бульбы. Ну, интересная расстановка по линиям, вы знаете, и Джаггернаут тут особо и не пофармит. Такое у меня ощущение. Сколько он крипов убил? 2-2. Инвокер убил то же самое количество крипов. Ну, там есть хитрая Мирана. Однако для наибольшего успеха, для достижения максимального КПД надо попадать, наверное, в Дизраптора. Тут Джаггернаута сложно все равно будет убить, есть у него вертушечка. Ну, хотя как, если там стрела влетит на, там, допустим, хотя бы даже 3 секунды, за 3 секунды его побьют с руки, скиллы дадут, а потом, когда он будет крутиться и убегать, то потом просто добьют. Возможно, не спасет его крутилка-вертелка. Но опять же, возможно. Так, Деваур наносит дэмэдж Вайперу потихоньку, прячет того. Иллюзии пошли на разведку. Так, 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 так. Тут крипы вышли. Так, и стрела. Ну, такая стрела. Такая себе.
Но зато Мирана смогла нейтрализовать Ауи, и тот отменяет свой выход, возвращается назад в леса. Дазл там что-то пытается то ли опыт поднабрать, то ли как-то помешать этому отводу. Ну, помешать тут двойной стак. И быстро-быстро-быстро сейчас всех крипов поубивают. Еще и тролль-хилятор. Как там правильно он называется? Тролль-жрец. Зато инвокер, смотрите, не гнушается вот так вот джиггернаут загонять под свой под его же тавер. И, ну, вышку, конечно, пока еще не бьет. Кстати, тут можно попробовать вернуть инвокера. Там, правда, что-то РНЖ, ну, вроде пока в РНЖ, если быстренько сейчас. Ну-ка посмотрим. Не-не-не, не получается, ничего не делает. Дынает под тавером просто своих крипов. Настолько жесткий смеш. 5-5 у него. Джиггернаута 6-2. Ну, фармит, но как бы пока что так, так себе. Криты прокачал, вертушку на 2, пока без хилляльного варда. Ну, сложно, конечно, джиггернауту против рейнджевого персонажа стоять, тем более такого, как инвокер. Тут вот подвышка еще попробуй подобивай. Вообще его бросили, поэтому, ну, какие могут быть претензии к Керри, когда он там на 10-й минуте выйдет без ничего, я не знаю. То есть он скажет, ребята, ну что, где вы были? Вот ты там фармил свои отводы, да? Ты мне не помогал. Инча вообще в лесах ушла. А против меня пришел инвокер, что делать? Ну. Вот постоянно вот так вот развлекать будет. Там 1-2 удара. 1-2 удара, и Джиггернаут не показывает свой нос из-под тавера. Но тут хотя бы крипа удалось ему добить, тоже неплохо. В центре какая история? 15-5, 12-7. Ну, примерно одинаково стоит. Вайпер там пытается еще как-то фармить. Или что это делает, неясно. Это не отвод, это просто плюнуть, чтобы плюнуть. Ну, может быть, это тоже имеет смысл. Ну, скорее всего, опять же, в такой ситуации, когда фарм получают в избытке оффлейнеры и, возможно, герои в центре, все будет зависеть от их действий. То есть, как только они получат ультимейты, кто из них раньше соберется с мыслями и пойдет вот в какую-то сторону, кого-то гангать, кого-то убивать, тот, наверное, та команда и будет в плюсе. К сожалению, Мирана пока что не такая активная. Возвращает Дазл назад, но есть у того Грейв, бросился я Грейв и ТП-аут. Но почему-то отменил он ТП-аут. Ну, видимо, решил, что не стоит. Странное вообще решение. Ну, может быть, так было быстрее. Ладно. Мирана должна стрелой как-то попасть, наверное. Как-то попади. Не зря же тебя брали. Да, один раз попало, шикарно. ФБ сделали, давай. Вот, вот сейчас самое время. Шестой левел. Деваур, есть вижен на него. И попадай стрелой. Ну. Так, напал вайпер, стрела. Ага, прячь у себя Деваур. Теперь можно по таймингу стрелу дать. Пью. По таймингу почти. Ну, Масоку. Все-таки зря ему доверили Мирану. 4 секунды у Деваура. 1, 2, 3, 4. Ну, 1, 2, 3 и пускай. Ну, что-то он не досчитал. Очень просто с Деваером сейчас. 4 секунды ровно, и должен Масоку знать, если он хочет играть на таком уровне, если он играет на таком уровне, должен знать кулдаун на скилл, да, у Деваура. Соответственно, должен уметь читать до 4, как там, до 3,5 пускать стрелу, ну, в общем, со всеми вытекающими последствиями. Ну, это все, ну, реально это на его плечах. Вот это вот вина, и, возможно, это как-то там потом аукнется. То есть, так, 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 вернули инвокера, раскручивается TC, смэш, там по таверу захиливает дазл, дает грейв. Инвокер постелил Ice Wall, и за ним уже, конечно, никто не побежит. Так, а тут врывается, смотрите, кто? Это же Бристлбэк, но Кентекфилд ставит, Бристлбэк пройти Кентекфилд не может. Ну, а теперь может идти дальше, мана у него, кстати, мало. Так, о-хо-хо-хо-хо. Это вот они охотились на Деваура. Да, и даблкил он сделал. И одного, и второго убил. И еще, ну, тут, правда, дизраптора его забрал. Но это слабое утешение, учитывая, что они просто нафидели
Нафидели. Какой левел? Восьмой? Да, восьмой левел, 2 аура. О, да. Ну вот. Я понимаю, когда... Ладно, нет, воздержусь от комментария. Ну, просто ограничимся тем, что Мирана пока не справляется со своей задачей. Пошла на другую линию. Но она должна быть такой же надоедливой, как Баунти Хантер от DC, который просто постоянно ходил, там этих курьеров убивал. А она как-то мало того, что малоактивна, так еще и малопродуктивна. Это плохо. А здесь, кстати, сейчас примут инвокера, накричали на него. Смэш в Кентик Филде. Некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Ну, скиллы, конечно, дал. Колдснеп, там, айсвол, но это все такое. Не, малоэффективное против такого, против большого количества героев и большого количества ХП у героев. Ну, как бы. Что-то ХП не так уж и много, но в данной ситуации много. То есть в целом, да, может быть и 3, и 5 тысяч ХП, как бы, но сейчас этого было достаточно. Количество ХП и по полоске жизни у Дизраптора это 2 трети. Тавр потеряли. Ну что ж, DC как-то уверенно сейчас играют, увереннее. Пришлось им пожертвовать Джаггернаутом, фарма у того вообще нет, видите, вынужден покупать вот такие вот самые дешевые артефакты, чтобы хоть как-то там фармить. Нетворс у него, я думаю, 1000-2500 сейчас. Ну, чуть-чуть ошибся, я 2300 у него. Сравните, например, с Бритцелбеком, да, 4200. Кстати. Рошан. Вот у Бритцелбека теперь Вангвард, Джаггернаут вообще его никак не убьет. Ну, реально, 32 урона блокирует, вот просто блокирует Бритцелбек. 32 же. 32, да. Ну, зато есть 2 с магическим уроном, там, со скиллом, который интеллект крадет. Наносит 8% маны в виде урона. Ну, что ж, кто кого? Так, бить с руки. Тю. Ага. Ну, очень быстро Смэш разбирается с агрессией. Деваура просто-напросто уходя в невидимость. Пытается как-то преследовать Деваура. Ну, знает, куда тот делся. Нет, ничего не произойдет. Просто Деваур улетит. Здесь же Деваур прячет. Прячет супостат. Это был Ванен. Еще и сетка. Ванен продает ультимат. Посмотрите, ну, ага, вот так вот. А еще один орб, он погибнет. Мирана, так понимаю, промахнулась стрелой. Орб там тоже что-то вроде не убил никого. Ну, крайне все грустно. Как-то волки сейчас совсем не в своей тарелке. Ну, с другой стороны, Бритцелбек-то нафармил неплохо. Он сейчас топ. Ну, смотрите, Бритцелбек и Бульба, да? Они лидеры. У Бульбы Некрономикон, и там скоро будет второй. Вот, а с вторым Некрономиконом и с Инчой, вот с такой вот уже заряженной. А где, кстати, крипы? Инчи, нет крипов. Зато он тач был у нее четвертый. Попробуй ее с руки-то побей. Так, возвращаем назад. Просто сражаемся, прячем. Кентик Филд ставим. Кстати, есть Статик Шторм. Деваур без ультимейта, поэтому пока драться не будут. Вот так вот. Ну, то есть, поэтому Статик Шторм и не тратил 14.37. Число кликов в секунду, который совершает этот игрок. Если вы не знали, почему так никнейм у него называется. Это вот за минуту делает столько кликов. Причем постоянно. Ни больше, ни меньше. Ровно. Медведемон-крушитель. Проверяет, кого тут там можно покрушить. Но никого пока. Хил использует Ауи. Там сейчас будет бегать ниточкой или иголочкой за Деваура. Деваур пытается от него убежать, но сам же возвращается. Ну вот. Подошли уже вплотную к Тавру.
пора пушить. Джиггернаут себе ПТ купил. Ну, может быть, есть в этом смысл. Быстрее бить, больше хп, там можно переключить в какой-то момент. Он наверху, кстати, Джиггернаут сейчас выфармливает что-то. И второй Некрономикон. Ну, пока без помощи Некрономикона справляются с Тавером и решили отступать. Надо ТП делать, иначе примут сейчас. Нет, не принимают. Там стрела полетела, Джиггернаут Тавер разрушил, раскручивается и ТП аут делает. Ну, все хорошо. По-прежнему он без каких-либо... Ага, вот решили на развороте, запрятали. Есть ТП, запрятали инвокера дает ветра. Но импетус же полетели по смешу. Ой, не прятан. Ах, ах, дазл. Ах, его убили. Ах, как быстро. Стрела. Ну, была стрела, да. Мирана сейчас с липом может прыгнуть. И она с помощью липа прыгнула. Джиггернаут там раскручивается за вайпером. Вернули вайпера назад. Статик, шторм, ванен. Джиггернаут даже без ультимата они разваливают противника. Правда, рвануло там ЕМП. Так, тут Деваур решил всех просто убить. Всех убьют. Бульба подходит. Топоры. Ой, Мирана, тут попадешь ты стрелой, подружка-то, или нет? Пошел там Бристлбэк что-то делать. Ну, там уже форстафы есть. Что и можно запрятать и вернуть, глимпсануть. Ну, в общем, пока не способны волки что-либо противопоставить. В общем, на прошлой карте такое у меня ощущение, не сработали саппорты у DC. Вич-доктор, который дал один ультимейт за всю игру, и Баунти Хантер. Ну, хотя, с одной стороны, Баунти Хантер 4 курьера убил. То есть, все-таки более-менее, ну, как бы менее полезно. Ну, плюс еще, конечно, треки. Ну, в общем, не так сработали, как хотелось бы саппорты. На этой карте у волков пока саппорты вообще не отрабатывают. Ну, то есть, Мирана 0. Просто 0. Четвертый левел, 13-я минута ультимейта. Нет, стрелы не заходят, все остальное бесполезное. Так, здесь вот торнадо. А чё это торнадо? Ну, инчи, что ли? Да, вот он, совух стоит. Стрела в совуха, ну... В стоячую цель хотя бы, так-так-так-так-так-так. Ой, накричал, отлично накричал. А тут бестмастер, ну, в принципе, с помощью Деваура разбирает всех. Есть ЕМП, Джиггернаут раскручивается, очень больно Ванену. И теперь можно ультимейт, давай, Джиггернаут должен дать ультимейт. Джиггернаут прыгает ли? Джиггернаут пока просто с руки разваливают. И его погибают, да, его добили. За дазлом там погони уже не будет. Всех отправили отдыхать. Инвокер там еле-еле-еле живого. Ну, честно говоря, это 20 минут GG. Вернули сейчас назад дазла. Джиггернаут даблкил сделал, и я не вижу каких-либо вообще шансов для того, чтобы продолжить защищаться. Сейчас вот под вардом подхиляются, все крипы придут, есть волки, есть кабаны, собственно. И третий некрономикон в откате. Ну, я так понимаю, там второй был, но во время файта я сейчас купил уже третий. Очень быстро. Ну, стрела, опять же, попадает в крипа волка. 2.11. Что, давайте графики посмотрим. Ну, в общем-то, этого стоило ожидать, если честно. Прям прямая такая линия. Дедеха, Джиггернаут барабан. Ну да, у Джиггернаута все плохо, поэтому инча хотя бы что-то там собирает. Барабан. Ну, Инча тоже такой персонаж, который не обладает громадным запасом хп, поэтому всевозможные вот артефакты, которые там статы дают, тот же ПТ там или барабан, они, в принципе, приветствуются на Инче, и Аганим как раз ей кстати. Защищают сейчас свой тавр, есть все нужные вещи, кроме ультимейта Джиггернаута, но, может быть, он не понадобится. Так, Бристлбэк пошел спинкой, но накричали на спину и просто ломают спину. Статик шторм стоит, все вынуждены уходить, статик шторма. Стрела ни по кому не попала, Джиггернаут продолжает раскручиваться, инвокер башню разрушил, за Иво на него грейв бросает, и пришел Деваур, пока не дает ультимейт, но может продопрячить себя пока что. Так, теперь надо бы за кем-то погнаться, хотя бы кого-то одного, но вот решили, что Иво самый главный, и потом после него можно взяться за кого-то другого. Сокол подсвечивает Иво, инвокер может дать ветра, если есть возможность, нет, сейчас будет инвок через какое-то время. Ну вот пошли, не короче, в разрез пошли, посмотрите на Мирану, посмотрите на Мирану, ай. Спасает ее хил. Ну, к сожалению, никого. О, еще одна стрела, которая попала Мирана. Вернули назад вайпера, тут просто тэп-аут делает. Бристлбека никто не спас. Пытается дазл так вот прям в наглую уйти. И получается.
Но не могут волки драться вообще. Ну, никак. Нет возможности. Просто машина у DC. Механизм, который завелся, который уже разогнался. Нечем остановить. Слишком скользкая поверхность. Какую-то наждачную бумагу надо постелить, чтобы можно было хоть чуть-чуть затормозить вот, вот это скольжение, которое уже DC набрали, и которое ускоряет их к победе. Но похоже, что запасы наждачной бумаги закончились на фабрике по ее производству, и теперь ну, вынуждены ждать волки, когда там возобновится подача этой самой бумаги. Там уже больше десятки, такое ощущение. Да, 19 на 31. 12 тысяч по XP. Ну, левела. Давайте сравним. 5-6 против 8-8, да? То есть на... Здесь получается даже 9-8. Это 17, а здесь 11 на 8 левелов. Нет, на 6, что-то я ошибся. На 6 левелов саппорты опережают, саппортов, да, не говоря уже о других персонажах. Например, Рокер 9, да, Бестмастер 11, Джаггернаут 11, Дваур 13. Да, крайне слабенький драфт вышел у волков. Что-то они защищались от пуша, защищались от каких-то там вот этих вот сейвов. В итоге ничего не сработало. Провал во время драфта. Не могут теперь ничего делать. О, а там-то стаки огромнейшие. Мирана в инвизе бегает. Единственное, что ее спасает. И... А стаки-то эти... Это тысяча. Тысяча, которая достанется не вам. Мирану вернули, но это уже... Нет, хотя Грейв. Так, прячет Мирану, чтобы она никуда не ушла далеко. Правда, брицелбэк. Но Грейва-то уже нету дазла. Он, скорее всего, погибнет. Мирана тоже погибает. И теперь Ио остался один против всех. Накричали на Ио. Ио теперь просто бить с руки. Импетусы входят. Бласт по бульбе. Не страшно. Вау! Как же работает Девауэр. Просто троих. Ну, пора уже признать тот факт, что дальше играть смысла нет. Не вижу вообще никаких вариантов, при которых камбэк из Риэл. Вариантов ноль. Там вот тот же Гернат, которым жертвовали, уже БФчик собрал. Так, Тауэр забрали, Дваур прячет. Тут. Ну вот-вот, здравствуйте, здравствуйте. Все просто по дазлу, который уже бесполезен. Еще и заходит Бристлбэк. Кстати, Кстор пошел вперед на всех. Куда ж ты идешь? Что ультимейт принимает Бристлбэк себя и не выживает. Слишком жесткий ультимейт. Но это будет ГГ, да. Без шансов. Вообще, 2.17. Ну, DC, видимо, надо был какой-то холодный такой душ, чтобы они что-то вдруг поняли, что можно же как бы драться. Ну и легко, очень легко побеждают. На второй карте 20 минут. 1-1. Счет в серии. И мы с вами уйдем на перерыв. Хотя нет, прежде чем мы уйдем на перерыв, я вам давать...